Климатические изменения приведут к сокращению животноводства и производства сельскохозяйственных культур в ряде южных и средиземноморских регионов Европы. Такие прогнозы представлены в отчете Европейского агентства по окружающей среде. Общие доходы сельскохозяйственного сектора Евросоюза могут уменьшиться на 16% к 2050 году. Изменения климата уже привели к снижению урожайности и к увеличению производственных затрат, что сказалось на цене, количестве и качестве сельскохозяйственной продукции в отдельных частях Европы. Сельскохозяйственные угодья занимают около 40% всей территории ЕС. Сельское хозяйство, пищевая промышленность и сопряженные услуги обеспечивают здесь более 44 миллионов рабочих мест. При этом половина их относится непосредственно к сельхозсектору, который, по данным отчета, отвечает сейчас за 10% выбросов парниковых газов в Европейском Союзе. И поэтому требуются меры, направленные на сокращение этих объемов.